Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, просто зрители YouTube. Сегодня я вам расскажу о проблеме, связанной с игрой GTA 5. Это проблема интерфейса. Интерфейса на китайском языке. Да, китайское говно. Итак, что же мы делаем с этой проблемой? Мы заходим в папочку с игрой. Я думаю, если у вас... смотря, конечно, пиратская, если у вас пиратская версия, то вы заходите в папку с игрой, кликаете, находите здесь, также могут быть разные версии пираток, это тоже не исключено. Так ведь? То есть, в общем, вы понимаете, наверное, о чем я, да? Разные виды таблеток и прочее. Вот у меня здесь такая таблеточка и... установка вот так выглядит. И здесь мы находим файл 3DM Game. Два раз кликаем. Здесь лаунчер. Лаунджеджи пишется. Да? Вот. И здесь находим первую строчку. Первую строчку с вот этим лаунчером. Вот здесь будет написано, по-моему, по-китайски что-то. Чичао какой-то, да? Я уже не помню, просто по памяти. А вы здесь впишите вот так вот. Ru русский и ru большую английский. Вот она здесь есть такая, но все равно этого недостаточно. Вот здесь нужно переименовать. То есть сюда вписывайте. Вписывайте ru, в общем, русский. И сохраняйте. Просто вот закрывайте. Он спрашивает, сохранить изменения? Вы говорите, да, сохранить. Если вы боитесь, что что-то полетит, измените, просто копируйте тогда весь этот текст. Куда-нибудь сохраните на всякий случай. Это я говорю так. Но у меня все нормально пошло. Вот. Также еще, если какие-то будут проблемки, пишите обязательно. Если не получилось, пишите, отвечу. Все. Всем удачи. Подписываемся. Ставим только положительные оценки. И всем удачи. Все. Пока.